В ближайшие годы на модернизацию электросетей в регионе планируется направить почти 4 миллиарда рублей. Эта тема поднималась во время встречи губернатора с гендиректором компании «Россети Северо-Запад». По словам Артема Пидника, «Россети Северо-Запад» применяют системный подход к надежности инфраструктуры во всех 19 районах области и крупнейших городах региона. Для этого мы разработали совместно с регионом программу повышения надежности 2023-2025 года, которая включает в себя реконструкцию 7 подстанций 110 кВт, реконструкцию 630 километров линий электропередач. Недавно мы с полномочным представителем президента Северо-Западного федерального округа обсуждали состояние сетей. Действительно высокое количество аварий, которые в последнее время происходят. Мы с вами всегда практически в оперативном режиме все эти вещи обсуждаем. «Россети Северо-Запад» также участвуют в реализации федеральных проектов в регионе. Прежде всего, для программы переселений из аварийного жилья. В этом году компания подключила к электросетям 3 новостройки в Мизени и поселках Приводино и Шипицыно Котласского района. До конца года энергетики обеспечат мощность еще для 12 домов.